перерыве между спортивными баталиями на лыжероллерной трассе участники первенства России собрались в актовом зале молодежного центра. Повод – подвести промежуточные результаты по итогам уже прошедших гонок и вспомнить главные события этого года для лыжников нашей страны – зимнюю Олимпиаду в Корее. Чувствовала, что за спиной стоит вся страна. Чувствовала, что все смотрят, кому это интересно, кому это важно. И из-за этого прибавлялось очень много сил, повышался настрой на гонки. На пьедестал почета на сцене молодежного центра поднимались победители и призеры по итогам первых двух дней соревнований в дисциплинах пролог и гонка преследований. Не остались без внимания наставники будущих чемпионов, а также те, кто внес свой вклад в организацию всероссийского первенства на территории нашего города. Саровский асфальт очень быстрый. Я вам реально желаю идти по жизни с такой же скоростью, не бояться падений, потому что на ошибках учишься гораздо быстрее, чем на победах. И вам больших успехов в большом спорте. Саровские спортсмены заявили о себе уже с первых дней соревнований. Золотую медаль по результатам пролога и бронзовую в гонке преследований завоевал воспитанник спортивной школы «Атом» Павел Сашков. Результатом доволен, но всегда хочется лучше. Если лучше не хочется, то значит уже все добился, а я еще не все добился. Показать свое мастерство на таких состязаниях важно как в команде, так и каждому лыжнику в частности. Всероссийское первенство среди юниоров – это отборочный этап Кубка России и смотр кандидатов в национальную сборную. В заключительный день первенства на улице Строителя Захарова прошла эстафета. Это командная дисциплина, где общий результат зависит от каждого участника. Во-первых, развивает чувство коллективизма, и каждый спортсмен должен пройти эту дистанцию или свой этап не только за себя, но и за своего коллегу. Всероссийское первенство по лыжероллерам наш город принимал в четвертый раз. В заключение последнего соревновательного дня лучшие спортсмены вновь поднялись на пьедестал почета за заветными наградами. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.